Продолжим. В текущем году свое 85-летие отмечает Актюбинский государственный университет имени Кудайбергена Жубанова. И в честь знаменательной даты кандидаты исторических наук, доценты вуза Даулет и Бибигуль Абеновы подарили университету 85 экземпляров авторских книг и научных работ. К слову, супружеская чета уже 35 лет работает в этом высшем учебном заведении. Помимо книг, в дар были переданы 3 монографии, а также 2 научных сборника. К слову, сборники были подготовлены на основе архивных материалов Оренбургского госархива и Центрального государственного архива Республики Казахстан. Наши студенты, магистранты, докторанты могут ознакомиться учебным пособием по истории России и Советского государства, а также уникальный сборник, который в 1934 году супруга покойного общественного государственного деятеля, потомка Абулхаирхана Бахытжана Каратаева, который называется «Обзор материалов по истории колонизации Оренбургского края в связи с восстанием 1869-70-х годов».